Центр занятости населения трудоустраивает десятки тверетян ежедневно. В базе данных, где собраны тысячи вакансий, есть места и для лиц с ограниченными возможностями. Всего на 1 декабря 2017 года в Верхневолжье при содействии службы занятости трудоустроено более 540 граждан с ограниченными возможностями. Значительную роль в этом играют сами работодатели. Это добросовестные работодатели, которые понимают всю ответственность и свою обязанность. Они охотно принимают на работу инвалидов, и эти инвалиды у них работают не один год. Пример социально ответственного работодателя – группа компаний ДКС. При содействии Центра занятости населения организация трудоустраивает лиц с ограниченными возможностями с 2009 года. На данный момент на предприятии работает 32 инвалида. Две девушки и молодой мужчина имеют инвалидность по слуху, но это не помешало им получить работу в новом цеху. Взаимопонимание есть, то есть ребята читают по губам, то есть не обязательно писать, четко понимают и принимают задания и четко выполняют свою работу. По словам работодателей, они никакой разницы между своими подчиненными не чувствуют. При этом отмечают, что инвалиды работают зачастую даже усерднее. Понимая это, организация каждый год пополняет свой штат. На следующий год мы уже ведем переговоры о том, что в следующем году они будут участвовать в наших мероприятиях и точно так же принимать на работу данную категорию граждан. Работодатели Твери и области, которые обеспечивают занятость граждан с ограниченными возможностями, могут возместить расходы на выплату зарплаты этой категории граждан через областную субсидию. Такая поддержка оказывается в регионе с мая 2017 года. Хотелось бы обратить внимание работодателей, что в следующем году мы готовы с ними сотрудничать, мы готовы выделять субсидию на создание вот этих вот рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Также, чтобы работодатели не забыли о том, что должны заключить договоры на следующий год на квотирование и резервирование рабочих мест для категории граждан, испытывающих трудности. Речь идет в первую очередь о гражданах с ограниченными возможностями. Договор уже можно заключать, отмечает Центр занятости населения по городу Твери.